3 июня – ориентировочная дата окончания отопительного сезона. Предположительный график летних ремонтных работ сегодня представил в администрации города технический директор «Энергогаз Ноябрьска» Валерий Ольхов. Ограничить подачу газа планируется с 5 августа, а это значит, что центральная котельная будет остановлена и город на 2 недели останется без горячей воды. Кроме того, специалистам «Энергогаз Ноябрьска» предстоит обсудить с подрядчиками ДМЗ период работы и схемы отключения некоторых микрорайонов во время капитального ремонта на магистральных сетях. Однако все планы ресурсников еще предстоит согласовать в администрации города.